Прошел ежегодный конкурс научных работ молодых ученых, вузов и научных учреждений Республики Башкортостан. В нем приняло участие более 100 молодых ученых и коллективов молодых ученых. И по результатам проведения экспертизы, которую проводили независимые эксперты из различных вузов и научных организаций, были подведены итоги. И сейчас мы присутствуем на награждении победителей по секциям. Награждается команда Воробьев Андрей Владимирович и Павлова Галина Алексеевна. Конкурс мероприятий, естественно, такого рода необходимо проводить, потому что это служит определенным, так скажем, итогом, во-первых, научной деятельности молодых ученых, ну и, во-вторых, хочется тоже показать свои научные работы. Не для того, чтобы мы работаем, чтобы они пылились в полках, но чтобы приносили пользу всему обществу. Участвую в этом конкурсе практически ежегодно. В этом году мы представили работу по защитным лесным насаждениям. Все знают о их хорошей роли, великой роли в улучшении экологической ситуации Республики Башкортостан. Мы очень рады, что в этом году мы удостоились диплома. Узнала о том, что проводится такой конкурс, подала заявку, оформила соответствующим образом документы и направила на оценку. Моя исследовательская работа посвящена исследованию негативного влияния полигонов твердых бытовых отходов на окружающую среду. Честно говоря, приятная неожиданность, очень приятно, что работа оценена. Будем дальше продолжать данное исследование.